Нобелевскую премию мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН. Норвежский Нобелевский комитет решил отметить организацию за усилия в борьбе с голодом и улучшении условий жизни в зонах конфликтов. Представители агентства ООН назвали награду полной неожиданностью и сказали, что премия их вдохновила. В этом году из-за пандемии помощь ВПП стала еще востребованнее. 2020 год стал трудным для всего мира. Нас очень сильно поддержали доноры. Мы получили от них рекордное финансирование. Всемирная продовольственная программа существует с 1961 года. Ее административный центр базируется в Риме. Организация поставляет гуманитарную помощь в страны, где идет война и мирное население голодает. Она также снабжает продовольствием пострадавших в зонах природных или техногенных катастроф. Кроме того, ВПП ставит своей целью обеспечить питанием 300 миллионов детей по всему миру, страдающих от истощения. Агентство ООН управляет авиакомпанией, которая доставляет гуманитарную помощь в разные страны мира. Мы можем доставлять по всему миру гуманитарных и медицинских работников. Мы строим воздушные мосты между странами, чтобы люди могли перемещаться. У нас также есть судоходная компания. Она перевозит продукты питания. В этом году лауреата Нобелевской премии мира выбирали почти из 320 кандидатов. Награду вручат в городской ратуше Осло 10 декабря.